Целью благотворительного концерта был сбор денег на лечение ученика школы. Никита Чубарко с радостью принял приглашение поучаствовать в мероприятии. Никита – бывший ученик Видновской школы номер 4 и постоянный участник всех музыкальных мероприятий. Сейчас он студент Московского колледжа архитектуры и строительства. Свое хобби петь не бросает и любимую школу не забывает. На благотворительный концерт он сам приехал и пригласил своего преподавателя Владимира Казака, в дуэте с которым они исполняли арии из известных опер. С творчеством Никиты мы знакомы уже давно. Как только он к нам пришел в школу и начал выступать на первых концертах, мы были просто поражены его талантом, его возможностям и восхищены его голосом. На концерте присутствовали преподаватели школы, родители и учащиеся. Приняв участие в благотворительной акции, все искренне желали выздоровления Илье, ученику школы, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Мы стараемся проводить благотворительные концерты для того, чтобы оказать помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У нас такие дети есть. Сила музыки безгранична. Она может врачевать, вдохновлять, совершать чудеса. Сила душевного участия человека в несчастье другом тоже не имеет границ. И концерт – подтверждение этому. Людмила Медведева, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.